привет! Сегодня приготовим очень вкусный и сытный салат с маринованными шампиньонами и копченым мясом. Картофель сварить в кожуре, остудить его и потом натереть на крупной терке. Равномерно распределяем по тарелке, по блюду, на котором будем подавать салат, солим по вкусу и делаем сеточку из майонеза. Далее идет слой копченого мяса или колбасы. Делаем сеточку. Яйца, сваренные вкрутую, нарезать мелкими кубиками и выложить следующим слоем. Делаем сеточку из майонеза. Далее выкладываем маринованные огурчики. Делаем сеточку из майонеза. Сырую морковь натрем на мелкой терке и сверху посыпаем ею салат. Теперь выкладываем маринованные шампиньоны или любые другие грибы, какие у вас есть. И в завершении салат посыпаем натертым сыром. Салат убираем в холодильник минимум на 30 минут, чтобы все слои салата хорошо пропитались майонезом. Салат готов. Всем приятного аппетита!